Всем привет! Это Исулов Илья. Ну вот, я запишу по свежим дрожжам, так сказать, пока подкипает новое тесто, подходит, закипает. Что-то, знаете, случилось так, что меня практически как-то вот пространство смысловое, энергетика, не знаю, там подкидывает какие-то такие смыслы неожиданно. То, значит, одна тема пошла, значит, про либерастов там на меня насыпается, то с одной стороны, то с другой. Сейчас, короче, что-то вот тут у нас есть такой персонаж на иллюстраторсе. Не то, что он есть, но он как бы незримо присутствует. Молодой человек Никита Рожков. Я не буду как бы пиарить, показывать его канал на YouTube из принципа, потому что человек часто говорит, ну, как мне кажется, глупости. Мне поэтому не хочется ни помогать, ни как-то и заинтересовывать им. Но просто что ж тем идти интересно. Значит, вот Никита выложил видео про фриланс. Плюсы и минусы фриланса. Тут я, короче, только посмотрел это видео и посыпало со всех сторон. Что тут про фриланс, там про фриланс. И везде сидят такие, значит, умные чуваки, типа там. Фриланс, это классно, значит, так, но вот здесь хреново, а вот, значит, фриланс, да, это вот вы сидите дома, это классно, а вот это хрен, да, блин, какая-то такая хрень, и вот все это вместе суммируется одним большим таким наблюдением, что у нас у людей, выражусь не грамотно медицински, а просто простым таким простецким пацанским языком, правое полушарие ни хрена не отдупляет, что думает левое. Вот мы говорим одно, и тут же не обдумываем то, что ну, идет в этой же теме, понимаете, вот как бы. То есть, о чем я хочу сказать? Давайте тоже поговорим о фрилансе. Фриланс, 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 фриланс. Фриланс. Но мне тогда хотелось бы сразу спросить, хорошо, как, значит, по утверждению преснопамятной Жени, значит, которая вчера, про которую я записывал видео Бариновой, значит, в Советском Союзе у нас не было предпринимательства. Она записала видео, где она где-то, значит, на какой-то выставке, на каком-то сейшене, там, значит, дает мастер-класс, не мастер-класс, в общем, дает лекцию о том, значит, как художнику начинать фриланс и, значит, начинать работать. И говоришь, мол, типа, последний художник-фрилансер – это Билибин. Последний художник-фрилансер – это Билибин, блин. А вот мне всегда хочется спросить, вот ты преподаешь там в это… Ой, опять я полез, наверное, в личное. Ну, короче, ну… Ну, понимаете, ну, когда… Ну, меня так просто научили еще детство в школе, вот если там одел кимоно, ты дзюдоист. И от тебя тренер говорит, ты дзюдоист, так борись, как дзюдоист. Что ты тогда вот это самое, ты как балерина пляшешь? Или пошел в армию служить, там, одел форму, все, ты военный, ты, ну, не можешь рассуждать, думать, что-то поступать, там, как, не как военный. Тебя сразу спросят, ну, ты же военный, тебе говорят. Ты же военный, здоровенный, ну, так ты же назвался груздем, полезай в кузов. Так вот и тут ты преподаешь, ну так нахрена ты что-то говоришь про страну, совершенно не зная истории нашей страны. Для начала, вообще-то, между нами девочками, частное предпринимательство началось еще с НЭПа. Ну, при советской власти, так называемой. Была советская власть какое-то время, значит, ну, там 20-е годы, все, был объявлен НЭП. Новая экономическая политика. Это было частное предпринимательство. Были открыты заводики. Помните «Золотой теленок», когда никто ж не знал, что будет революция. Кто-то заводик имел, а кто-то фабричку. Ну, вот так и тут. Вот. Частные рестораны, там, значит, всякие магазины. Вот этот, где открывали свое, значит, рога и копыта. Как там было? Жил здоровый частник. Но однажды пришел к нему фининспектор. Пришел здоровый частник домой и стал жрать все там, съедать все, курицы, все это. Лева, что тут происходит, Лева? Нас уплотняют. Вот. Это что это такое? Это частное предпринимательство. Это не частный предприниматель. Но это было при советской власти, при СССР. При СССР. Дальше переходим. Хорошо, НЭП это было когда-то давно. Окей. При Сталине, например, в год Великой Отечественной войны, кто не знает, но работали
частные артели на госзаказах. Частные артели, это было частное предпринимательство, и они оказали большую, между прочим, подспорье за, ну, официальным производству. Они производили какие-то, значит, там, определенные вещи на оборонку и работали по госзаказам. Но частные артели. А потом появились такая вещь, как кооператив. Кооператив это что? Это частники. А потом появилась такая штука, как цеховики. Я сейчас что-то не въехал, у меня сейчас камера моя сейчас так раз и раз у меня сейчас отворачивается. А в чем прикол? Она что ли сама тут меня отслеживает или что? Что движение камеры, ты что, отделила что ли? Ладно, значит, смотри, опа, предельничек, она съезжает. А что, я сюда перехожу. Вот. А кооператив это кто? Не частники разве? Частники. А эти самые цеховики не частники? Частники, мать его! Это все были частники. И что она рассказывает, что никогда у нас не было частного предпринимательства? Да всю жизнь в Советском Союзе. И а шабашки это кто? Шабашники. Помните, такое явление было? Шабашники. Ну, «Любовь и голуби», посмотрите там, про, когда он рассказывает про голубей. Про сумасшедшего, которого шабашники перепившиеся убили. Ну, шабашники это были кто? Это были частники. Частное предпринимательство. Что вы нам тут, Женя, рассказываете про не было советском... Ну а теперь переходим к нашей ипостаси, художники. Вы меня простите, может быть я не совсем точен в своих терминологии, но дело в том, что художник всегда был, практически всегда был и был фрилансер. То есть человек, который живет от заказов. Есть заказ, рисует. Были художники на предприятиях, на всяких там, например, там хохлому расписывали, там, это вот игрушка там какая-то, забыл, там, значит, гжель, мжель. Это все была работа художником. Была работа художника в каком-нибудь кинотеатре, где писалось эти самые, расписывались афиши. Были художники на штате, например, на больших предприятиях, там, на заводах, на фабриках, там были художники тоже. Ну, то есть, штатная должность. Человек работал, писал объявления, писал плакаты, оформлял там всякие их кабинеты, линкомнаты, там, в общем, такое всякое. Ну, то, что нужно. Завод был большой, были предприятия миллионеры, совхозы, в совхозе у нас был художник, где моя мама работала, совхоз был миллионером. Да, потому что, как вам не удивительно, но на самом деле колхоз был, где жила моя бабушка, был миллионером. Были деньги, давали, строили квартиры, давали дома, были продукты, и не было голодного Советского Союза. Не надо гнать чушь. Никогда. Вот особенно мне смешно, когда москвичи рассказывают. Я помню, как я оставлял дочь в очереди за колготками, а она писала номерки на руке. В каком это было году? Вспомните, пожалуйста, прежде чем вы это говорите. В 89-м или в начале 90-го? В конце 89-го, и то, наверное, не поверю. В начале там, в 90-м, наверное, это еще, может быть, было. Но в 80-м... Третьем, втором, пятом, четвертом номерки на руках никто никогда не писал. Мы стояли в очередях за дефицитами, за вкусняшками, за джинсами. Ну, джинсы нельзя было купить где-нибудь в области. Они моментально расходились там по продавцам и уходили из-под полы. Они приходили по разнарядке, но их никогда нельзя было купить вот так напрямую. А в Москве джинсы там, ну, какие-нибудь польские, индийские, можно было выхватить. Их выбрасывали в магазинах там в каком-нибудь ЦУМе, в ГУМе. И люди бежали там, вот это, стояли в очереди. Так вы отдупляете, зачем вы стояли? За джинсой? Ну да, у нас с этим было плохо, потому что у власти были, так сказать, дебилы, старперы, которые говорили, что «Да главное, чтобы хлебушек был, и вот и крыша над головой хоть какая-нибудь, вот эти чмыри, блин». Вот, и они вот это все, конечно, дело завалили. Ну, или те, кто считал, что, на в принципе, так и правильно, что таких людей надо ставить решающими, и они все это дело и завалят. Может быть, и тут был какой-то умысел, теория заговора, не знаю, но, возможно, она работала. Ну, так я про что говорю-то? В общем, были какие-то должности художников, но должности где-то художник-иллюстратор, там... Ставка с 200 рублей в месяц.
план выполнить 5 книг в год. Такого нахрен никогда не было. Художник был там станковист, пейзажист, состоял там в союзе художников, жил впроголодь, потому что нет заказов. А если есть заказы? А заказы были какие? Вспомните, вы, наверное, не помните. Но был такой фильм про молодого художника, у которого нет заказов. И он ему подгоняет заказ, такой матерый художище, который, короче, живет в своей мастерской, а мастерская так оформлена стильно, огромная такая зала какая-то непонятная, там сделаны такими, он приделал себе там внутри там второй этаж. А, нет, вспомните картину про Фросю Бурлакову. Помните, как там жил скульптор? Вот у него квартира, у него домработница, а вот там у него дальше мастерская из квартиры выходя. Вообще охереть помещение, да? Это как скульптор жил. Вот так вот. Между прочим, нигде не работал, нигде не состоял никаких этих самых. Это кто получается? Фрилансер. Квартиру он получал от Союза художников, мастерскую от Союза, значит, этих вот художников получал. Но вообще-то он работал тоже от заказов. Заказывает ему завод, сделай нам крестьянку с веслом, он делает. Там художнику заказали, сделайте нам портрет Ильича. Ну, конечно, к этим заказам прорваться было не каждый мог, это дело непростое. Я с этими не спорю, это были и блаты, и там нужно было и зарекомендовать себя как или супер талантливым, или там. Ну, короче говоря, там послушайте тех, кто в то время жил, они вам порассказывают много чего интересного. Но в Москве были целые этажи, занимаемые мастерскими художников, где работали, там в одной квартире работал один, в другой другой, и все фамилии известнейшие. Это мастерские были, они получали их от Союза художников. Но это они не работали на каком-то производстве. Они были художники, состояли в этом вот союзе художников, ну там заслужив это какими-то, значит, там, своими выставками, своими картинами, все. Но все остальное было вот так же. Вот он рисует свою коллекцию. Вот кто ее купит, музей купит или частники купят, вот с того он и живет. Вспомните фильм, где про этих, где на улице Кой-Кого этот и Евстигнеев играет, он же художника играет. Где он устраивает выставку? Он устраивает выставку у себя в квартире. Вот вам фрилансер. Ну, фрилансер и частное предпринимательство. Он и был фрилансер. Частник это были люди, которые ему заказывали эту работу. Ну, а он был фрилансером. А что еще такое фрилансер? Это и было свободный найм. Там. И так вот, я расскажу про тот картину, которую вспомнил. Молодой художник без заказов ищет заказы. И вот он приходит к такому матерому художнику, такому с перстнем на руке, такой весь развратно толстый, такой, там на коньячок дорогой на столе, все такое, в джинсе, в дорогой, в модное, видимо, и фарцует еще попутно с этим самым всем. Он говорит, да есть заказик такой, надо поехать там в колхоз один, там, набить там 80 фамилий, типа там, после войны, там, хотят памятник делать, и нужно набить 80 фамилий. Каждая буковка стоит, там, например, там, да, 3 рубля. А это, кстати, большие деньги, серьезные деньги были. Ну, не маленькие вообще. За 3 рублями любой нагнется. Да за рублем в советское время нагибались. А уж за 3 рублями, так это прям хорошая бумажка. На нее прям можно было прожить некоторое время. Каждая буковка 3 рубля. Там. Ну, а нет там денежек, можно там продукции. Потом там толкнешь. Там. То есть все это было, ребята. И он едет, этот парень, в этот колхоз. Сговаривается с председателем там сколько, сначала немножко жадничает, а потом начинается такая история, что все к нему приходят и говорят, слушай, а вбей вот эту фамилию там, а потом другие приходят, а я приходил, не вбиваю, в полицаях был там, а вот там его говорили, и там целая история, весь колхоз его, в общем, затретировал вот этими, какие фамилии вбивать, какие не вбивать, и он начинает копаться в истории, выяснять, короче, он не берет никакой оплаты, он просто делает этот памятник и уезжает, ну, типа, такой вот у него выбор, вот. Или был еще фильм, где художник реставрировал церкви, а к нему приходит его товарищ такой, говорит, слушай, там, Сереж, я еще заказик нашел тот. Ну давай, сам за меня делай. Когда я это буду делать? Вот вам пример, агент и художник. То же самое, что и сейчас. Это было всегда. Художники всю свою жизнь были фрилансеры. Микеланджело получил заказ от Папы Римского. Это фриланс, это заказ он получил. Поэтому, ну, ребят, ну, давайте мы не будем играть вот в какую-то, я не знаю, как это назвать, идиотизм, глупость, неинформированность, неотдупляемость, что ты произносишь. Художник, всю свою жизнь художники были фрилансерами. Теперь вопрос, плюсы
и минусы фриланса. Ой, плюсы и минусы. То есть молодой человек сидит и думает, какие плюсы-то, какие плюсы? А, есть же еще и, наверное, минусы. Пойти ли мне на фриланс? Ой, не знаю, там же и плюсы, и минусы. А сколько там Никита Рожков поставил плюсов? 3. А сколько минус? И тут, значит, этот Никита Рожков, молодой человек, говорит, для меня, ну, говорит, мысль глубиной в Марианскую впадину. Для меня фриланс – это свобода. И я тут подумал, вот слово «свобода», оно употреблялось много раз. Вот всеми, кто рассказывает про фриланс, все говорят, ну, главный плюс фриланса – это свобода. Знаете, с чем я привел параллель? Как ни странно, ну, так как, наверное, большинство из, ну, многие из вас, многие, ну, наверное, вы не занимаетесь в том количестве единоборствами, как я, всю свою жизнь. Но, короче говоря, это приводит меня на мысль о рассуждении людей, есть ли средства против ножа. И вот обычно, когда есть, значит, две, как я вам расскажу, посвящу немножко, углублюсь сейчас в эту сторону. Есть две категории. Одни говорят, что есть приемы против ножа. А ножевики, которые вот люди, знаете, дрочеры на нож, вот, ну, ночью ложатся в постель, кладут рядом с собой нож, там пару клинков и на них дрочат. Вот, потому что они любят ножи, они их везде с собой носят. Они носят с собой маленький нож, большой нож, какой-нибудь нож, который, какой, знаете, такой, вынимает из кармана такую, знаете, ну, мачете такое вынимает и говорит, это не холодное оружие. Если вас останавливает милиция, вы ему зачитываете статью, там, номер, пункт, такой-то там, Б. Потому что у боевого оружия должен быть кровосток. Я говорю, чувак, да этим ножом можно свинью зарубить. Не зарезать, зарубить. Вот с этим ножом можно участвовать в кавалерийской схватке. Но он говорит, нет, это не холодное оружие. И засовывает его обратно в штаны по самое колено там. Ну вот понимаете, вот есть такие дебилы. Они всегда вокруг нас. У них там есть ножи бабочки, ножи кнопочные, раскладные. Там какие-нибудь финские, какой-нибудь там дорогой из особой стали с каким-то особым клинком. Я как бы вот с ножом столкнулся, вот с таким вот с ношением ножа столкнулся на севере, когда служил в Мурманской области. Там был, ну, у нас в авиации нож был, у нас был технический нож. У него, значит, он раскладной, довольно прочный, хорошая сталь. И с обратной стороны у него была отвертка. Он выдавался, этот нож. У него была петелька, он должен был быть привязан на веревочке. И специальный карман, куда он клался, узенький кармашек, туда клался этот нож. Для чего? Ну, ты на самолете где-то проводок зачистить, где-то открутить болт, потому что с обратной стороны была просто такой вот, ну, отверточка, кусочек был приварен, вставлен. Очень надежный, кстати, крепкий, и мы даже на самолете бывало, что когда отвертки нету, быстро этим ножом, тынь-тынь-тынь-тынь, там, значит, прихватывали. Но те болты, которые не сильно были, значит, сильно зажаты. И, как бы, мужики там еще были охотники, рыболовы, они носили на поясе такой охотничий нож. Ну, почему? Вообще-то вокруг всего аэродрома тайга. Ну, тайга, лес северный, там, в Архангельской области тайга, тут такое, значит, лесотундра. Ну, то есть, ну, такая вещь, знаете, хрен его знает, там, собаки бегают беспризорные целой толпой, хотя они все охотничьи, в принципе, ждут только тебя, чтобы ты на охоту пошел. Там, знаете, как интересно, идешь с ружьем, если идут лайки, ну, лайки, как она еще бежит, она тут же за тобой бежит впереди тебя, то есть она идет на охоту. Чувак пошел на охоту, и она с тобой. Вот так и жили. Считалось, как бы два было типа. Одни охотники держали лайк в сараях, не выпуская, а у вторых они бегали, значит, в свободном доступе по всей селухе, ну, по всему гарнизону. Вот. И, ну, интересно было такие моменты. Ну, так вот, вот там я нож как бы так вот встретил. А так вообще, когда начались люди в городе, там вот это вот сидим, разговариваем, он рассказывает, ты знаешь, мы что-то там зацепились с чуваком, я там по пьяни, я, короче, вынул нож, он от меня бежит, я за ним бежал 2 квартала, я думаю, слышишь, дебил, ну если бы ты его ударил ножом, ты понимаешь, что как бы это срок полюбасу, да понимаю, там, ну а зачем ты это делал, ну как тебе, а зачем ты нож-то вынимал-то, зачем ты с ножом-то бежал, что за бред такой, говорю, зачем ты это делал? Так вот, есть, значит, вот два типа. Одни, значит, учат как от ножа, но как это обычно выглядит, там, значит, раз ножом держит, а там человек перехватывает эту руку и какой-нибудь такой хитрый прием. И тут, значит, ножевики говорят, нельзя с ножом бороться. Типа, вот смотрите, вот он хватает, и я чик-чик-чик порезал руку, а я перехватил, а я перебросил, а я вот таким хитрым ударом, а я вот так вот чик-чик.
И, короче, вывод. Кратко теперь заканчиваю всю эту аналогию с ножовиками. В чем? Ножовики говорят, если вы увидели человека с ножом, вы попали в такую ситуацию, что на вас идут с ножом, бегите, вас спасут хорошие ноги. Вы можете для прикола вот просто взять и посмотреть любые ролики про обучение, вот там про ножевики, есть ли средства против ножа, там приемы против ножа, там, значит, что против ножа нет приема. Все говорят, бегите, а я говорю, подожди, а вот хорошо, бегите. А если ты в таком ситуации, где ты не убежишь, а если ты бегаешь плохо, а если ты с семьей, ну так получилось, ты встретил этого неадеквата, что-то случилось. Ну, у меня, например, такая была ситуация, иду по улице, рядом идет молодой человек, выходит со двора, идет рядом с нами. Мы притормажим, он притормаживает, мы разгоняемся, он разгоняется, мы остановились, он остановился, стоит возле нас. Я его смотрю, он смотрит в сторону. Опять пошли, он опять пошел. Опять остановились. Я сумку снимаю, жене, рынок, подержи. Встаю уже так нормально, ну, готовый. Смотрю в глаза, без слов. Он как-то постоял, руки держал в карманах. Не выдержал и ушел резко от нас. Что он хотел? Что это было? Наркоман, не наркоман? Хрен ему знает, что в башке. Сейчас у современных, так сказать, ну, да вообще, вот таких вот неадекватов. Это ж никто не может предугадать. Извините, ребят, но... это так, поэтому я не знаю, где можно встретить таких, не дай бог, и не надо, но просто я говорю, что, а если семья, а если вот ситуация, например, на кону твоя жопа, ты что, тоже будешь вот как бы вот, ну, и бежать некуда, ты что, будешь бежать или жопу свою отдашь, или что? Ну, вот говорю, какой выход-то? Ну, вы понимаете, а что понимаете, а если вот ты защищаешь там честь своей девушки, тоже бежать? Типа, опа, нож, бежать! А девушка осталась. Молодец, слушай, ну это здравая логика, это разум, и это мучит все вот эти вот боевые ребята, сильно накачанные, у всех мускулы перекатываются, все такие... делают всякие выходы силой, там у всех кубики пресса, они такие там, все за армию, за спорт, за мужество, за крутые разборки, за правильный базар на улице, за все это, ну блин, почему-то всегда вот такой, увидел нож, беги, ну блин, как это беги, куда беги, так и тут, понимаете, фриланс это свобода, ух ты, блин, свобода! Как круто! Тут беги, а тут свобода! А коннотации красивые у слова свобода, я не спорю. Но о какой свободе речь? А если ты взрослый человек, если у тебя семья, опять-таки, вот я сейчас, да, если у тебя там девушка, которую ты хочешь там, значит, на которую ты имеешь серьезные виды, ну, девушка, ладно, серьезные виды, это как бы не довод, потому что, ну, так всегда воспринимается все равно, как пока не женишься, еще как девушка, то есть есть, нету, то есть, ладно, хорошо, бог с ним, но у тебя семья, и что тебе это свобода? Мне, знаете, вот это все напоминает, вот эти, когда начинают говорить про свободу, мне все время напоминает бродячих собак, там, типа, там. Ты где живешь? Под канализационными трубами. А ты где? А я возле супермаркета, на люке теплом лежу. Свобода! Свобода! Блохи есть, свобода! Глисты есть, свобода! А домашних-то лечат, ха-ха-ха, дебилы! А нас нет, у меня блохи бегают, свобода, бля! Ты голодный, да. Кормили? Нет, свобода, блин. Чё хочу, то и жру. Вон мусорка. Вот стоит мусорка. Чё хочу, пойду, то и сожру. Блин, но только тут расклад такой. Не то, что хочу, а что там есть в мусорке. Давайте честно, ребята. Что в мусорке есть, то она и сожрёт. Так и свобода. Какая в жопу в фрилансе свобода? О чём вы говорите вообще? Но... Так как большинство все-таки молодых людей, как ни странно, почему-то ждут каких-то советов, каких-то уточнений, каких-то, значит, там, слов, там, вот, пока я не скажу, что это клево, это херово, а сами как бы не отдупляют, ну, бог с вами, ладно. Я-то скажу так, ребят, на самом деле, если у вас есть возможность устроиться на работу, где вам платят серьезные деньги, я вам гарантирую, что, наверное, процентов 80 фрилансеров уйдут на эту работу.
Потому что, ну, я говорю о серьезной зарплате. Ну, серьезная зарплата, наверное, где-то там с тысяч, наверное, 300, 350, 400, вот если такое вдруг вот обломится, да. Потому что во фрилансе можно догонять до этой суммы, ну, там, плюс-минус, там, плавающая. То есть, ну, когда человек умеет работать. Но я вам скажу, ни о какой свободе речи нет. Каждый отпуск и каждые выходные это вообще-то для работяги это минус ваши деньги. То есть человек отдыхает и ну, на самом деле в это время он мог бы работать. У него должны быть заказы. Нет никогда такой ситуации, что вот я взял заказ, я его делаю. Не-не-не, ко мне не подходите, вот я сейчас сделаю, тогда буду снова ждать заказ. Вот если человек так работает, заказ ждет снова. То есть, если у него заказы идут один за одним, все равно как бы так возникает, да? Ну, значит, такой счастливый человек. Значит, так ему прет. Это не правило жизни, так не будет. Это отдельное счастье коммерческое отдельного человека. А вообще-то, дело обстоит так. У меня сейчас спрашивают, Илья, вы свободны? Я говорю, вы знаете, я стараюсь всегда быть занятым. Нормальное состояние художника, когда я всегда занят. Вы мне скажите, что нужно сделать, а мы с вами решим, смогу я, справлюсь, возьмусь, как бы там, буду ли я делать. Кстати, в этом случае, вот и почему я делаю бесплатно, например, там, пробные тесты. Кстати, здесь вопрос совершенно другой о бесплатных пробных тестах. Я же еще раз повторяю, это другой совершенно уровень. Я как человек, имеющий работу, имеющий занятость, имеющий уже заказы какие-то, вот, которые дают мне на определенное время, уверенность, что работа есть, я могу действительно сделать бесплатно тест для того, чтобы вообще-то определиться, а стоит ли мне вообще общаться с этими заказчиками. Ну, будут они мне мозги вынимать, не будут они мне мозги вынимать, нужны они мне, не нужны, и легко с ними или сложно. Так что, как бы, и это самое. И легко ли мне вообще в эту работу втянуться, ее выполнить? Вот. Когда я вот этот момент почувствую, как бы, тогда я и говорю, что, слушайте, ну, как бы, и плюс еще есть еще такая хитрость, когда ты хочешь заказ, ну, так скажем, ну, так, процентов на 50, на 50, вроде бы и неплохо. А он что-то как-то вот так вот, ну, перебирает. Ты тогда говоришь, я сделаю заказ, и как бы на свою сторону утягиваешь клиента этим. То есть вызываешь доверие. Но сейчас наше время. Я, честно говоря, все реже и реже сталкиваюсь вот именно с людьми, которые вот так рассуждают. Сейчас уже как-то все устаканилось, уже таких вот страхов и видения на вот этот вот, ну, во всяком случае, может, это на моем уровне где-то как бы не попадаются такие люди. Все больше уже как бы сами говорят, давайте мы вам заплатим за пробный рисунок, там все как бы это приходит само собой. То есть я делаю вывод, что, наверное, есть какие-то периоды. Или есть периоды вообще в жизни всей страны. Когда все люди, понимаете, мыслят как-то одинаково. То есть было время, когда все кидали, старались кинуть, и очень все этого боялись. Кидок был сильно развит во всех сферах, во всяких сферах там, бизнеса. Также и у художников, также и у любых других предпринимателей. Все боялись, что тебя кинут. Сейчас кидало вам, как бы оно не выглядит именно вот впрямую, что взяли и не отдали, или там забыли. Оно где-то там ну, совсем уже на таком начальном низовом уровне. Ну, короче говоря, серьезных людей это уже почти не касается. Вот. Оно уже, если происходит, оно происходит уже техническое, такое, типа там. Обещали отношения одни, стали отношения другое там. Обещали там одно по оплате, а потом вдруг выяснилось, что там какие-нибудь налоги вычитывают, там не оговорились, или что еще там всплыло, какие-то подробности. Ну, то есть, кидок не буквальный, а кидок такой, как бы, ну, то, что можно обозвать кидком и ну, придраться и назвать, сказать, что вот, это тоже кидок, вы меня кинули. На самом деле, все получишь, все дадут. Ну, то есть, другой уровень совершенно в этих вещах. Вот. И поэтому, когда вот говорят про эти все эти, ну, то есть человек должен быть все время занят, поэтому свобода, понимаете, даже когда человек поехал отдыхать, ты все равно задним умом, ты проверяешь телефон, смотришь почту, смотришь какие-то контакты, не приходит, и когда тебе вдруг в отпуске приходит, типа там, Илья, давайте, там, например, там, Илья, Сергей, Олег, Алена, давайте пообщаемся, у нас есть два предложения. Если ты в отпуске, вот если ты свободен, да, вот ты когда на работе работаешь, там ты говоришь, не, идите в жопу, я отдыхаю.
Я сейчас это сам, да, по работе. Ребята, вообще-то у меня конкретно отпуск. До свидос. И вешает трубку. Если он опять-таки не зависит там, от продаж, чего-то еще. Если человек работает в продажах, конечно, он тоже. Он точно, вот, это то же самое, что, как вот, например, человек, работающий на процентах от продаж в автосалоне. Он тоже всегда, в любое время, где бы он ни сидел, он отвечает на звонки клиентов, если, ну, дал свой телефон там какому-то клиенту, тот, скажем, там, пришел, машину понюхал, посмотрел, там, поторговал таблом, и он говорит, ну, возьмите, что вот мой телефончик. И если этот клиент позвонит ему во время отпуска, все равно дилер отзовется, отзвонится, перезвонит, поговорит, и если тот вдруг созрел на машину, он найдет ходы, договорится со своим товарищем, скажет, я там в долях, ты потом меня учти, там, ну, короче, решит вопрос, ну, короче, все равно сделает работу, так и фрилансер, ребята. Ты все равно смотришь на все эти вещи, и если ты фрилансер, ты в отпуске отзовешься. Ты проведешь беседу, ты поговоришь, ты начнешь покидать портфолио, что-то объяснять, вступать в обсуждение. А это уже работа. Это не свобода, это работа. Свобода, когда ты поехал на море, в горы, в лес и вообще забыл про все. И думаешь только мерками там рыбалки, охоты, спуском с гор, и вот вечером покатавшись на лыжах, покатавшись на сноуборде, вечером сидят в этом своем шале там с девушкой, с семьей возле камина, кушая там с красивыми, все, ты не отвечаешь на все звонки, на все, и думаешь, что это все потом, ты телефон закинул, он тебе не нужен. Вот тогда это свобода. Кто-то, возможно, себе так и позволяет. Есть люди, ну, живущие по каким-то вот таким своим более смелым принципам. Они говорят, что работа меня найдет. Ну, тогда да. И тут я не спорю. Но понимаете, как правило, очень часто это люди эгоисты. Он не думает о семье, он думает только о себе. А если ты хоть секунду думаешь о семье, хоть раз в своих рассуждениях, и думаешь о их благополучии, о том, что дочери поступать, о том, что сыну что-то нужно приобрести, он там просит, конючит, это какой-то там компьютер, или там айфон новый, или что-то еще. Тебе, короче, нужны деньги там вот по жизни, всегда, все время. То ты не свободен. Фрилансер, чтобы вы понимали, у него нет никакой в жопу свободы. У него есть свобода работать или не работать. Но это не та свобода, как мы понимаем в коннотации. Да, у тебя есть возможность выйти в спортзал в свободное время, скажем, днем пойти. Да, согласен. Если это ну, такая как бы бонусы приятные. Ты можешь пойти с собачкой погулять посреди бела дня, там, в рабочий день. Но я вам скажу честно, ребят, вот в моем возрасте вот эта хрень, вот такой вот радостью, уже не ощущается. Ты идешь гулять днем с собачкой, а сам думаешь, так, там сроки подходят, тут меня что-то уже колбасят, тут не получается, тут, блин, деньги не шлют, тут вот опять он написал эти правки, идешь и проверяешь телефоны, делаешь что. То есть если ты, вы поймите одну вещь, фрилансер это не значит безработная, ждущая от неба заказа чмо. Если ты это все равно бизнесмен. Если ты работаешь и хочешь зарабатывать, то на тебя действуют правила бизнеса. Ты должен работать все время. Вот помните вот этот образ из фильма, где папа бизнесмен, там в американских, там и не миллиардер вроде как, но вот постоянно там средней руки, он там, то ли он там на бирже работает, то ли там ищет охотник за головами, то ли он там, блин, продает машины. Но, короче говоря, как бы вечно там дитё возмущается, что поехали гулять, а он, папа, там кому-то созванивается и вечно все по работе говорит. Мол, типа, ты все время работаешь. Так вот я вам скажу, ребят, если вы хотите зарабатывать, вы все время будете работать. Потому что, понимаете, объяснение, вот я сейчас работаю с немецкой фирмой, делаю обложки для альбомов. Ну и что дальше-то? Ну сегодня ты работаешь, а завтра? Ну, уверены, что это будет и завтра, я вам скажу с прожитых моих лет, это все чушь. Никогда никто не уверен, нельзя злить небо своей уверенностью. И никто никогда не уверен, что будет завтра. И ты можешь только предполагать, там,
А оно там наверху располагает. Поэтому все это подспудно, прекрасно чувствуют, понимают, и поэтому как бы, ну, никто так на себя не берет эту ответственность. Есть, и когда человек свободен, когда он холостой, без семьи, один, да, у него есть свобода. Он может, как вот этот вот Рожков пишет, типа там, для меня это свобода, я самовыразился, а потом что-то мне надоело, я кому-то что-то обязан. Да, чувак, да ты обязан, если ты взялся за заказ, ты кому-то что-то обязан вообще-то, если что. Ты обязан. Потому что ты делаешь дело. Сейчас ты вот с ним так поступаешь, что ты не обязан. А вообще-то ты таким ты и будешь для всех как-то почему-то восприниматься, что ты человек необязательный. Потому что где-то однажды это произойдет. Ты должен быть обязательным. Это значит, ты кому-то обязан. Если ты там договорился о чем-то еще. Ну, как ты можешь быть свободен, например, если тебе с тобой оговорили сроки? Да хоть какие сроки? Это уже ты не свободен. Потому что свободен, это вот... Однажды я читал в начале 2000-х резюме одного художника. Он писал, значит, хочу работаю, хочу не работаю. Хочу беру заказ, хочу не беру заказ. Вот такое, вот такие были резюме на иллюстраторских там, на художественнических всяких порталах. Люди бывало, значит, писали. Вот, и, понимаете, возможно, тогда это у них проканывало, этих людей. Но насколько я знаю, что те, кто работает, он все равно как бы, ну, пашет. Пашет постоянно, никакой свободы не имеет. Единственное, например, человек, я знаю художника одного нашего ростовского прекрасного, замечательного художника, он рисует по ночам. Ну, вот так вот он любит. У него такое, то есть, ну, вот у него выбор, получается, самый комфортный, это фриланс, потому что офисы по ночам не работают. Но если вы найдете где-то офис, где будут платить прям вот серьезные, реальные белые деньги, я вам скажу, что никакой фриланс на самом деле не сравнится с хорошо оплачиваемой белой зарплатой. С хорошо оплачиваемой белой зарплатой никакой фриланс сравниться не может. Потому что белая зарплата, это вот понимаете, ты сидишь на работу, пришел на работу, сел перед компьютером, а она все равно идет. Ты говоришь там что-то там о каких-нибудь вейпах, говоришь о джиу-джитсу, БЖЖ, там, говоришь о... споришь про это самый, про здоровый образ жизни, про веганов или мясоедов, о больших сиськах или о больших жопах, смотришь порнуху на экране или там новые приколы там Comedy Club или там какие-то еще там юморинки, а зарплата капает. Ты едешь там на работу, а зарплата капает. Как бы ты пошел перекурить, пошел к кулеру набрать воды, пошел потрещать с соседкой по работе симпатичной, покадрить ее, предложить там пойти вечером куда-то погулять. А зарплата капает. Понимаете, в чем дело? В чем разница? У фрилансера не так. У фрилансера, да, ты свободен, да, у меня нету, ну, у фрилансера нету обязательства, что вот никто тебя не спросит, а куда ты пошел? Там нужно дочку, внучку, сестру, племянницу забрать из садика. Ты никого не спрашиваешь. Нужно выгулять собаку, опять-таки повторяюсь. Ты никого не спрашиваешь. Сходить в магазин захотелось, пошел. Ты ни перед кем не отчитываешься. Но дело в том, что мы давайте сравним цену, которую за это отдаем. О чем мы говорим? Когда у тебя приличная большая зарплата, то можно и поотчитываться, потому что, ну, это другой совершенно уровень, другое дело. Поэтому, когда вам про фриланс говорят, что, ну, главный плюс это свобода, вы сначала оцените с этой свободой, о чем эта свобода, в чем она вам дается, зачем она вам нужна. Что вы в это понятие свобода вкладываете? Если вы реально, как бы, умеете жить на подножном корму какое-то время, то есть то сыто, то голодно, то тогда как бы да. И главное, что вот, например, ну, есть же люди, которые путешествуют, подняв большой палец вверх, да, вот это. Ну, есть же, вот он стоит и стоит целый день и ждет попутки. Есть такой вот характер такой вот. Я бы сдох, я не от того, чтобы там с чужими людьми, нет, я бы сдох от ожидания чужой машины, я уже не могу, мне нужно куда-то идти. Уже быстрее бы кто-то нашелся, кто бы меня подвез. Все, понимаете, то есть я бы от нетерпения подох на этой трассе. Вот, кто уже меня повезет куда-нибудь? А они спокойно стоят, ждут, все равно куда-то уедут. Они знают, как это делать. Для них это интересно, им это прикольно. Так и тут.
Если вот вы такого склада человек, у вас такая психология, тогда да, для вас это свобода. Вот. А во всем остальном, ну понимаете, на самом деле все это точно такая работа, только нет никакого арт-лида, худреда, директора, там Петровича старшего по офису. Никого нету, кто бы вас гонял, кроме вас самого. Вы сам себя постоянно гоняете. И глаза вашей семьи, которые на вас смотрят, вообще как на папу, который нахлебник, или папа, который кормилец. Два разных вида. Или там, вот, девушка, там, жена, там, мама. Одно дело, когда там муж как бы где-то вкалывает, основную зарплату приносит, а жена вот работает фрилансером, то есть у нее заказы, то нет. Жена — это особое состояние человеческой души, потому что как только муж раскроет рот, жена скажет: слышь, ты дебил, баран, я тебе отдала лучшие годы своей жизни, и вообще не беси меня, и вообще ты мне должен, и вообще я тебе сейчас нафиг это самое всего лишу, и иди в жопу. Ну как бы и да. Вот, и тогда быть девушкой-фрилансером при хорошо оплачиваемом муже — это нормально. Вот, это толково. Плохо, когда девушка одна, вот, и фрилансер. Тогда тут тоже, знаете, как-то на что-то надо жить. Но опять-таки, я как наблюдаю за девушками, часто они живут, черт ты поймешь, и в кафе ходят, и какие-то там аперольчики пьют, и какие-то там проводят и свои там эти самые там посиделки по это самое. Где они находят деньги, я иногда поражаюсь просто. Где они все это дело берут? Куда-то они едут, компании, подружки там. Хрен знает, где они работают, у кого они деньги взяли. Ну, это такое, это девочки, это как бы особая тоже такая статья. Может, там родители дают, там мальчики везут, ну... Как вот у меня знакомые девчонки ростовские были, такие, идут в ресторан, там сидят, думаешь, ну, без денег идут. Нахрена? Так а что нахрена? Сидут, ждут, сидят, ждут. Раз, заходит какой-нибудь знакомый на Порше, опа, присылает им там шампанское, фрукты на стол, дарит просто так, ну, знаки внимания. Ну, вот такой вот есть, ресторанная такая молодежь. Уже сидят за дело, уже есть что это самое. Вот. А рассуждения причем такие, там, типа, типа за это что? А что, за кусок мяса, что ли? Не, ни в коем случае. Ну, в общем, вот так вот. Ну, это тоже, как бы, видимо, какой-то такой вот стиль жизни. Я не спорю с этим. Да, ну так вот. Далее. Поэтому все эти вот это плюсы, минусы, ну, блин, я считаю, вообще, это всегда... Коротко резюмирую, всегда художники были фрилансерами. Художник — это всегда фрилансер. Ну, кроме того случая, когда... А мне кажется, даже когда вот человек работал, например, там оформлял в кинотеатрах афиши, ежедневно там должен был рисовать, или там раз в неделю рисовать по обновлению новые, значит, афиши заполнять. Он что-то еще рисовал, там какие-то свои... У нас, например, была художница в училище. Она, значит, ну... В клубе работала. Была такая должность, у нее была своя комнатка, мы там к ней ходили, там всякими красками ее мазали, там по холстам. Но она еще писала всякие картины там для себя, то есть, потому что она выполняла заказ, но еще что-то делала такое там, вот как художник, там какие-то портреты, какие-то там. В общем, на заказ, опять-таки, фриланс, понимаете? Он всегда был в жизни художников. И эти понятия «свободный художник» — это скорее, наверное, относилось к каким-то к таким политическим моментам. Ну, свободный типа там от общественного мнения и свободный от, наверное, там, не знаю, даже где-то зародилось наше это слово или западное про свободного художника. Вот. Потому что все художники, по большому счету, и свободны, и не свободны. Ты можешь рисовать какую-нибудь хрень полную, свободен, чувак, вот, но в то же самое время, как бы, если ты хочешь жрать и пить, вот было это самое, какой-то фильм я давно смотрел с Хауэром, как же он, этот, да такой он был, экспериментальный, он там с девушкой, молодой художник, он такой старый еще, Рутгер Хауэр еще молодой был, играл молодого художника, они там бесконечно занимаются сексом. Фильм шел такой полу как бы эротический, и шел вот это в 90-х годах, в начале 90-х, как вот шли вот эти все эти смоковницы греческие, там сначала там Джеки Чан в фильме там «Разборка в Бронксе», там, потом второй там какой-нибудь там «Выход дракона» Брюс Ли,
И третья там греческая смоковница. И на греческую смоковницу там весь гарнизон сидит в кинотеатре и там дышит нервно. Вот этот фильм с Рутгером Хауэром тоже был из разряда таких, как бы, ну там была суть то, что она из богатой семьи убежала, он там, ну, там чудил, там что-то такое, в общем, и нарисовал ее и себя во время секса. А потом, когда деньги понадобились, он все это дело продал. И она говорила, так это же наша картина, ты же вот говорил, типа, это наше. Он, ты видел, сколько он заплатил? То есть вот этот весь фриланс кончился на том моменте, когда человек предложил большие деньги. Любые, все эти фрилансы, они вот эти все понятия свободы, они вообще-то покупаются деньгами. Вот. И любой фрилансер будет рисовать там, например, там, не знаю. Ой, но все эти слова про то, что ни за какие деньги я не буду рисовать там каких-нибудь там мишек там или заек, зависит только от того, сколько тебе будут это за это дело платить. Нет, есть моменты, конечно, у меня даже знакомая спрашивала, говорит, Илья, как ты думаешь, мне вот предлагают рисовать комикс про член. Ну, короче, главный герой член, хер. Вот, ходит там, разговаривает, все это самое. Говорит, что делать? Говорит, вот, вроде, говорит, ну, как, я деньги, прям, говорю, прям, что там, что-то такое, говорю, деньги, понимаешь, говорю, Краневская же говорила, знаменитая фраза, что деньги кончатся, а память останется. Она говорит, да, понимаешь, даже и деньги, говорит, такие средние, ну, в принципе, неплохие, ну, как бы, и неплохие, и нехорошие, ну, как бы, нормальные. Вот, но, блин, говорит, вот это стрёмно, вот это, про то, что, я говорю, ты понимаешь, говорю, такая фигня, что, вот нарисуешь, и потом все потом тебя будут с этим делом смешивать. Ну не смешивать, но будут поэтому помнить. Как вот помните, был комикс про какашку. Его даже Павел Воля, эту книжку показывал в Comedy Club. А это нарисовала моя знакомая художница, сейчас из головы выскочила. Знакомая через интернет, комиксистка, довольно такая была в тусовке, известный человек. Ой, блин, как же мне с башки-то выскочила. Черт. Ну, короче, общались мы с ней много в живом журнале, там, на форумах художественных, на Вэтпейнте. Парень у нее был тоже никнейм Питон, тоже комиксист. Они любили вот графики во всех туснях, во всяких они участвовали, там, во всяких там вот этих вот. Когда люди одеваются во всякие эти одежды там из фильмов, там, как это называется, вот, херобора там, потом на вечеринках всяких, когда собираются на постапокалипсисе. Вот эти первые комиссии, которые проходили, где вот сплошные панки с раскрашенными ракезами приходили. Вот они из такой среды. Вот она же нарисовала вот эту самую книжку. И она имела в виду, что типа вот жила-жила себе какашка, а потом типа забралась жить в телевизоре и сказала, типа, здесь я буду жить, здесь мне хорошо, имея в виду, что в телевизоре сплошное говно. Но никто ни хера не понял конечной мысли. И это воспринималось просто как книжка про какашку. Все смотрели на то, как это все происходило. На вот этот вот весь, так сказать, процесс ее путешествия, где она спрашивала, где ее дом, и все. И да, вот, слышите, опять эта вот, тварь гавкает, опять ему надо на диван, секунду, ребят. Вот видите, ни одного нельзя провести нормально стрима или блога, чтобы эта собака не стала попить воды и потом не гавкала, чтобы его посадили. Он же будет гавкать, он будет гавкать на весь дом. Да, так вот. И вот так вот это самое. Вот вам и запомнился человек. И никто книжки не понял, а поняли про какашку и книжку про какашку. Я говорю, поэтому, я говорю, слушай, наверное, с такими вещами связываться не надо. Есть, конечно, вещи, за которые ты браться не будешь. Вот. Но на самом деле, понимаете, как бы, наверное, как сказать, очень часто вы смотрите на возраст того человека, кто вам дает те или иные советы и рассказывает и вещает, что такое на фрилансе. Поймите одну вещь. Действительно, на самом деле, от возраста очень сильно все-таки меняется впечатление от многих-многих-многих процессов. Потому что в молодости тебе хватает как бы и воздухом дышать, тебя может паровоз переехать, тебя все заживет. А с определенного возраста и с определенного статуса у тебя все меняется.
например, ты холостой или ты семейный, или ты разведенный, уже не холостой, например, то есть уже холостой. То есть вот ты еще холостой или ты уже холостой. Тоже все по-разному. Конечно же, когда человек как бы думает только сам о себе, или же когда думает еще и о ком-то. Поэтому, блин, меня всегда вот эти сразу говорю тем, кто еще не знает, что такое быть фрилансером, и еще подумать, поймите одну вещь. Нет такого «пойду-ка я стану фрилансером». Да это обычная тема. Ты получил заказ, если ты получил потом второй заказ, если ты получил потом третий заказ, потом ты потом начинаешь, то есть какую-то там большую книгу, которую тебе хватает, например, там на год работы. За этот год работы ты обрастаешь какими-то еще заказами, знакомствами, какими-то постоянными подзаказиками там. И так вот начинается вот эта работа фрилансером. Нет такого «пойду я стану фрилансером, вот я буду фрилансером». Ну, это называется так. Я не хотел идти устраиваться. Или там, например, я ходил устраиваться, но ничего не нашел. Ну, как у меня, например, было. Я ходил устраиваться на работу. В свое время там одно время поработал дизайнером, потом другое время поработал дизайнером. Пока еще был какой-то стимул, где я перебирал между, ну, мог выбирать зарплату больше, 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 больше. Когда я выбрал свой возможный, потолок по зарплате дизайнером, то есть я понял, что выше я уже не смогу, потому что, ну, я уже не тот, я не такой дизайнер, который может оцениваться там какие-то реальные, какие-то серьезные деньги и браться за какие-то охеревшие там умные проекты. Ни знаний, ни умений, ни вкуса, ни дизайнерского, так сказать, вот таланта у меня нету. Я хреновый дизайнер, очень посредственный. Вот. То я как бы понял, что мне нужно делать что-то другое. Я стал, постепенно нашел, как это было, детское издательство нашел, где были нужны книжки-малышки всякие с глазками, тупые, картонные, с пластмассовыми глазками. Я просто спросил, а работы много? Мне сказали, до горизонта. Я сказал, все, у тебя рисуют эти глазки. Я вообще не помышлял никаких там высотах там и что-то там самореализовываться. Я просто зарабатывал деньги. Вот вам и весь фриланс. Вы должны понимать, вы просто от жизни это должны просто понимать, что вам надо. У вас есть рюкзак, ласты, маска, подводное ружье, и вам главное дожить до лета, а там, когда вы уедете дикарем на море, главное, чтобы была уже куплена палатка, термос, не знаю, сухой спирт и мокрый спирт, и вам этого хватит на 3 месяца, и вот вся ваша жизнь. Ну тогда, да, вы что-то перехватили, заработали, урвали и поехали опять. Так вы тогда определитесь, вы кто? Вы кто? Вот как Женя Баринова на своем этом вот мастер-классе, на своих этих, на своем этой лекции про фриланса говорила, что вы должны иметь выходные и должны отдыхать. Мол, потом вы изголодаетесь и так чудесно будете рисовать. Ну, настолько девочковые рассуждения. Дело в том, что когда ты работаешь, у тебя есть определенный скилл. У тебя руки рисуют сами, ты находишь цветовые гаммы, рисуешь там тени, подкидываешь сюда, туда, это ты просто уже делаешь как на автомате. Потому что на самом деле работа состоит из какого-то, вот ваш заработок состоит из какого-то пула определенного рутинной работы. Там у вас есть друзья на частной мебельной фабрике, которые заказывают вам постоянно какие-то картины для детской мебели. Там детское на детское белье, на стоки вы рисуете, на открытки у вас есть постоянный там редактор из пары открыточных агентств, которые вам присылают постоянно заказики. Вот. То есть это все равно какая-то, ну, в какой-то мере вы делаете только свой стиль, поэтому как только у вас появляется свой стиль, у вас появляется своя небольшая рутина. Вы знаете, где, вот как я сейчас рисую, не думая особо сильно, где темным закрасил, где светлым, это я делаю уже на автопилоте практически. Вот, там подбираю цвет шерсти, подбираю, где светлое, где темное, я это практически, почему? Это детский журнал, и это как бы не центральная картинка, это, блин, это вообще оформление, мать его. Это вообще будет там где-то стоять, и главная игра будет в центре, а эти просто по краям этой всей игры, там будет раскидан лабиринт, ягодки, хренягодки, они не главные вообще. И как бы им я им предлагаю сейчас больше внимания, только потому, что тут сейчас транжу и разговариваю, вот. И только поэтому я сейчас их тут еще что-то там
подкрашиваю, там всякие, им добавляю всякие сусальности. На самом деле все это рутина. Вот. И поэтому всегда у вас будет как бы какой-то момент, который работает на привычке. А уезжая в отпуск, не работая, не делая этого, вы вдруг отвыкаете от пера, отвыкаете от того, от всего. И на самом деле, когда говорят, что вы изголодаетесь, да, в какой-то мере вы немножко подголодаетесь по рисованию, но это в каком-то определенном состоянии количества ваших заказов. Когда у вас заказы более-менее стабильны, вы ни хрена нигде ничего не голодаете, вы просто теряете какую-то часть своей работы и приезжаете, то есть, ну, своего умения, и приезжаете, и начинаете заново привыкать к чему-то. Кто-то скажет, это не так. Ну, я соглашусь в том плане, что вообще рисование — это вещь очень уникальная, это как бы не для у каждого своя и манера рисования, и стилистика, и кто-то, кто говорит, что вот это так, а это так, это очень часто еще нужно сверять с его стилистикой рисования, вот, что он там рисует. Палка-палка, огуречек, возможно, он и оголодается о своем рисовании, и ему еще захочется этих палок-палок, огуречков делать, когда оно такое более, какое-нибудь, не знаю, там, дриблское, или как оно там, дудлское, дудлорисование, вот, возможно, это и оголодаешь. А когда ты что-то такое там рисуешь, всякие объемы, что-то еще пытаешься там делать, ну, на самом деле, ты немножко выходишь из строя. Так что все эти отпуска, на самом деле, я всегда говорю, вообще-то все эти отпуска, например, это всегда, понимаете, заказчик никогда не считает выходные дни. Его обычно всегда об этом нужно предупреждать и говорить, что вот тут столько-то рабочих дней. И то, ну, вот понимаете, я опять-таки повторяю, вот многие скажут, да нет, это не так. Я скажу, нет, это так, потому что у каждого своя судьба и свои заказчики. Вот. Я не сталкивался еще ни разу ни с одним заказчиком, который бы учитывал выходные дни. Всегда говоришь там, например, там, 3 дня. Не дай бог, если это выпадет на выходные. Вполне возможно, в понедельник могут спросить, а что вы не прислали? Так подожди, я сказал, 3 дня, ну рабочих дня, мать его. Я с тобой в пятницу разговаривал. А, ну да. Хорошо, ладно, все, базар нет, давай, хорошо, рисуй. Хорошо, хоть как бы, ну, не возбухают, но никто не считает, что есть выходные, есть отпуска. Спрашивают, вы сделали? И ты говоришь, ну я же в отпуск поехал, я имею право отдохнуть. А, ну да, хорошо. Ну тогда вы нам, ну, но такого, чтобы типа там, так, сейчас июнь, июль, Илья, а когда у вас будет отпуск, такого ни хрена ни у кого никогда нету. Все ждут как можно быстрее, как можно сейчас. И, честно говоря, общаясь с людьми в офисах, я очень часто сталкиваюсь с тем, что но в тех компаниях, где сами ведут бизнес, там небольшие компании, не какие-то монстры, а вот, скажем, такие там, подарочная продукция делают, сами организовали, сами, это самых там 3-4 человека, директора, там, замы, там, руководители производства, они, честно говоря, тоже пашут постоянно. Вот постоянно пашут. И там пишут там тебе 11:00, ты можешь, а ты что, я еще на работе? Ни хрена себе, нахрен бы оно у меня облокотилось. Но в том плане, что если бы я работал на дядю, я бы, например, уже возмутился, сказал, что вы меня оставляете. Как у меня, кстати, и была такая фигня. Только я устроился дизайнером, только я, значит, вышел с пробного этого самого, как это, проверочный период, когда работаешь месяц, короче, к тебе присматриваются. И, короче, повод, когда тебе платят ползарплаты. Испытательный срок, вот, на испытательном сроке. Только я его прошел, только мы оговорили зарплату, как тут же подходит мой руководитель по рекламе и говорит, так, ну что, мы сегодня остаемся. Я говорю, где мы остаемся? Ну, работать нам уже будет сделать, а я что буду? Я зарплату оговорил, как бы попросил одну зарплату, мне дали другую. Вот, и как бы, ну ты же согласился? Я говорю, ну я согласился, но вообще-то есть экзот. Ой, я не знал, что так будет сложно. Ну все же художники, дизайнеры работают по ночам. Я говорю, кто все? Все могут идти в жопу ровным, вот просто ровным строем таким вот, закругленным, чтобы легче входило. Вот так вот построиться, вот так вот лечь вот в сплошную такую вот пирамиду и входить туда. Есть экзот. Если бы мне сказали там, ты просишь там, ну, например, грубо говоря, там 10, а мы тебе дадим за твой талант
и за твою будущую успешность, и мы верим в тебя, в твои гениальные вещи, 15. Например, если было бы так, я бы сказал, ну да, блин, в таком отношении надо как бы и постараться. К таким людям надо постараться. Вот. А когда тебе говорят, там, ты же, я хочу 10, говорят, не, ну 10 нет, ну дай 8. Вот, 8 нормально, давай 8. И ты думаешь, ну все получают 6, тут хоть 8 дают. Ну хрен с ним, давайте 8. Вот. А потом тебе говорят, ночью оставайся. Да сейчас, блин, отсос Петрович. Пойди слепого ишака найди его там и ему рассказывай. А я сейчас тебя, ага. Где сели, там и слезли, ребята. Вот, ну ты, а во фрилансе ты, в принципе, конечно же, ну, можешь лечь, когда хочешь. Но ты можешь это сделать. Я имею в виду другое, ребята. Вам неправильно вот этот вот момент преподносит, говорят, что вы можете. Да ты можешь, но ты будешь, сука, на иголках переворачиваться весь. Ты сам встанешь в 5 утра. Ты ляжешь в 2 часа ночи сам. И ты будешь себе говорить, ну я же сам решил. Это мой выбор. Твой выбор. У тебя сроки. У тебя срок, ты должен сделать книгу. Ты набрал заказов. Вот. У тебя хороший чек в конце месяца. Но ты набрал заказов, чтобы этот чек реализовать. Вот. И ты всем обязан. Почему? Потому что эти, с этими ты работал давно. Эти вот появились, но они перспективные. Вот эти вот, как бы, просто хороший заказ, там, хороший кусок обламывается. Но рисовать надо всех. А вот эти там помогли тебе в чем-то, там вообще классные люди. И там дешево, но они такие офигевшие, они тебе просто по жизни помогли. Ну как, по жизни помогли, у художника разные бывают ситуации, чисто и жизненные тоже. И ты думаешь, ну ладно, хрен с ним. А всех же надо делать, и все нужно рисовать. И ты сидишь ночью и рисуешь. Свободный! Свободный рисуешь ночью! И сам себе говоришь, хочу и рисую. А, сука, хочу и рисую. Я свободный. Тш, я свободен. Вот и свободен. И жена там типа, иди спать. Идите в жопу. Иди спать. Останьте, блядь. Я свободен. Я свободен. Ой, блин. Свободен. Свободен — это когда, блин, круглый счет в банке, который не высыхает. И ты реально не знаешь, куда деть свою жопу, куда себя пристроить. Вот это свободен. Свободен. А так ты вот реально так вот свободен. А где здесь деньги? Свободен. Деньги тем, кто работает. Поэтому фрилансер — это состояние не когда ты свобода, а когда ты свободен. Вот именно так вот, свободен. Ты можешь не работать, но можешь быть голодный. Вот. Можешь идти куда хочешь, но можешь без заказов остаться. Вот. Можешь ехать в отпуск обязательно раз в полгода, но знаешь, что в это время у тебя подгорают заказы. И ты когда приедешь, и ты уже в самолете, когда едешь там с этой Испании, Италии, ты уже переписываешься, тебе уже пишут, Илья, где вы пропали, Илья, что случилось, где вы? А мы успеем? А у нас выставка, а мы вот тут стенды не успеваем сделать, а вы успеваем, а мы успеем? Успеем, все мы сделаем. Вот так вот это все обстоит, этот фриланс. Вот. Конечно, и поэтому я скажу так, что, наверное, все-таки, если смотреть совсем-совсем честно, то фриланс — это, наверное, просто возможность получать деньги не в какое-то число и не какую-то твердо оговоренную сумму, а эта сумма все равно варьируется, и этот азарт, он все равно тебя увлекает. Вот что дает действительно фриланс, что ты можешь заработать и больше, если постараешься. Ну, уже, так сказать, ну, при наличии каких-то заказов. Можешь ни хрена не заработать, если у тебя заказов нет. Если у тебя там нет никаких конов, наработок, ничего ты не заработаешь. Но если, например, у тебя уже как бы более-менее устоявшаяся, устаканившаяся ситуация, то ты как бы можешь заработать еще и больше, если захочешь. Вот. И вот, наверное, вот эти моменты, вот такие вот... Вот это ощущение, что, типа, ну вот я не заработал, ну потому что там по объективным причинам у меня там не получилось, я не успел, тут я поленился. Но тут ты сам себе можешь сказать, что я поленился, а не то, что там тебе дядя не дал денег.
Что ты, например, как у меня всю жизнь было, я всегда считал, что я зарабатываю больше, стою дороже, а мне платят меньше. Но вот когда у тебя вот такое состояние души, что ты все время считаешь, что тебе платят меньше, чем ты стоишь, тогда, наверное, действительно выход единственный – это фриланс. Но я вот, например, работал в компании, скажу, в одной очень хорошей, ведущим художником, Литхудом. По-моему, 2 или 3 года я проработал. Ну, 2,5, наверное. Вот. Ну, опять-таки, я там хорошо зарабатывал по той причине, опять-таки, по той только причине, что там была такая тема. У Литхуда должна была быть компания, значит, людей. Один, значит, он рисует только скетчи, хорошие, внятные, потом следит за контуристом, контурист делает контуры, и потом третий человек делает, раскрашивает. И таким макаром делаются быстро, как бы, проекты делаются, но все это контролирует сам Литхуд. Ну, они ему отчитываются, показывают. И так вышло, что, казалось бы, да, все так звучит, опа, там, нет, ребята, вы знаете, на самом деле, очень немного нашлось людей, которые подошли на должности контуриста-раскрасчика, а в моем случае проект уже нужно было запускать, а мы все никак не могли найти толковых людей. Одни не хотят за кем-то раскрашивать, другие думают, что это легко, а на самом деле ни хрена, у них не получается. Картинка получается шляпная, потому что ты в эскизе всего нарисовать не можешь. Всего прорисовать. Некоторые моменты ты не можешь до каждого цветка, до каждой травинки вырисовать. А потом, когда в цвете человек просто не обладает твоим вкусом или там, ну, вот твоим взглядом на эту вещь, а выбрать от тебя как главным. То есть картинку требует конечную именно от тебя. Я это сказал, слушайте, давайте я буду рисовать сам. И мне просто платили за всех троих. Чем страшно злили всех остальных. Там еще было 2 Литхуда или 3, по-моему, 3. 3 Литхуда еще было. Они, конечно, страшно обижались, потому что я получал за всю группу один. Но я один рисовал свои проекты быстрее, чем все их группы. Я выдавал эти проекты в одно лицо, я выдавал быстрее. Ну, как бы, поэтому я получал столько, сколько получается, как бы, ну, меня это устраивало. Это было действительно отличные деньги, хорошие такие, взрослые. И там, конечно, я этого фриланса очень сильно подзабросил. И то у меня были проекты, которые я вел, все равно не бросал. Вел, но они всегда были второстепенно, третьестепенно, потому что работа была в первую очередь, потому что да, кто откажется от такого бабла? Тогда оно очень сильно мне это поддержало и помогло, как бы, финансово там и семейно, все это мне это очень сильно подвезло, вот, и вот вам и работа, за такую работу и весь фриланс отдашь, конечно, но потом там оно все развалилось, развалилось. Опять-таки, я говорю, блин, потому что у нас люди, левое полушарие ни хрена не отдупляет за правое. И если вам интересно, объясню. Нормально, да? И никто же мне не ответил, сам себе ответил, что вам интересно. Решил вам объяснить. Короче, это самое. Говорит главный директор, типа, вот есть спонсор, мы типа делаем типа проект, детские книжки для iPad, Android. Они, значит, там будут полуанимированные. И, значит, это самое. Мы хотим в стиле старых детских мультиков. Я сразу же, ну я ж такой, я ж понимаю, о чем речь. Я знаю, что часто люди, когда говорят такие слова, тем более молодые, они могут ни хрена не видеть этих мультиков. Вы не знаете, о чем они там говорят. Я говорю, вы имеете в виду вот Мигуновские, там, ровно в 3.15, там, это самое, Лиса и Росомахи, там, вот это такое иметь, вот, красивое, нарисованное. Вот, ну да. Я говорю, ну что, понял, будет. И что происходит? Самому кондовому художнику, такому, знаете, вот, как совдеповскому совку, мне дают рисовать современную сказку. Я уже рассказывал про Лисенка Куки. Помните, вот у меня было там в одном месте. Я рассказывал про этого Куки. Вот. А вот все вот это дело дают рисовать современным молодым ребятам. Вот то, что нужно, и там всякие вот сказки, ну, по второму разу решили там оживить, какие-то, значит, русские сказки, на которые уже есть диафильмы, но их решили нарисовать, типа, вот, свое. Вот, там, Ворон и Лиса, что там еще такое. В общем, то, что, в принципе, нужно было давать мне, дали тем художникам, молодым, современным, которым это вообще не интересно. Ну, они делали за то, что профессионалы делали, и делали, кстати, неплохо. Но потом, когда, правда, нашел, как бы, кое-где исходники, я понял, что тупо срисовывали.
Зашибись, конечно, тоже было так офигенски. А потом, когда нашел, где они все это дело сперли откуда, думаю, ну, охереть, короче, вот это, нахрен это нужно было такое заводить, это дело. Но я почему-то рисовал по современному этого куки. Потом, значит, продвигать же продукт надо. Нанимаю девочку, которая отвечает, значит, за продажи. Как это называется? Промоутер. Она живет в Таиланде, там на пляжах лежит в шезлонгах. И она нас там продвигает там в инстаграмах, ВКонтакте, как, ну, что-то такое, в общем, в каких-то таких местах молодежи, в каких-то тусовках, где, короче, никому нахрен это не надо, по большому счету. Потом делают сайт. Сайт делается, короче, ну как, ребята, как вам сайт? А я вижу, что сайт сделан, знаете, вот в дудл стиле. Вот в стиле, я не знаю, как это описать, этого... Вот в стиле, как у Жени Баринова, и сейчас Союз иллюстраторов оформлен. Вот в стиле вот рисунков художников британки. То есть, понимаете, начинка такая румяная, пушистая, сказочно улыбающаяся. Такая вот советская, совдеповская, а лицо сайта дудло хипстерское, такой вот британо-рисунок. Я такой маленьким язычком спросил, говорю, слушайте, ребята, а точно вот это соответствует тому, что мы делаем? Ну, как бы, ну, хотя бы вот в этом моменте мы можем четко, как бы, отслеживать, чтобы, если мы ищем свою аудиторию, свою публику, мы же должны для нее и выглядеть так же. Да, Илья, не вникайте, это все современно, ну, они, ребята знают, что делают. А тут еще какая тема, понимаете, насколько бы ты ни был современным, насколько бы ты ни был продвинутым, но вот еще чем возраст отличается. Возраст, да, я вам скажу, ребят, все это хрень. Приходит время, и когда люди начинают зарабатывать деньги, становятся взрослее, все наши болячки, то, что мы думали, это совковые болячки, на самом деле ни хрена, это общечеловеческие. Вот этот вот бронзовение, нелюбовь к критике, прижимание какого-то голоса из кустов, там, сказать, наступали. То есть я к чему? И в компании начались движения там свои, как бы там немножко не угадали со стилистикой, как это дело все анимировать, с движком там планировали на одном делать, на Adobe After Effects, анимировать всякие где-то вклюшки, то они грузятся, то они не грузятся, потом решили перейти на флеш, ну короче, начались запаздывания с выходом, в план не уложились, то есть руководитель не попал в план вот этого всего. И начались движения, значит, начались первые увольнения тех людей, которые были связаны только с Adobe After Effects и не умели там вот это. То есть первым полетели программеры и человек, который это все дело организовал и, ну, рассказал, как эту схему можно организовать. И он же первый и улетел, потому что слишком много гавкал, вот, и критиковал это все дело. А дело, ну что критиковал, там, например, рассчитывали одно количество тапов, ну то есть одно количество анимаций, там, тронул лисичку, хвостик шевельнулся, тронул птичек, они полетели, тронул ворона, он повернул голову. В Adobe After Effects это делается как в мультике, но все такое плавно, красиво, не как в флеше, там, тинч-тинч, не так вот переместился, а прям так плавно, красиво, ну вообще офигенски. Но он почему-то там то на одном показывает устройство, на одном айпаде показывает, на другом айпаде не показывает. Короче, такая хрень там тоже началось, короче, там непонятки. И выяснилось. И он стал типа говорить, ну слишком. А они потребовали слишком много этих тапов. Им понравилось, они чуть ли не мультики мы стали делать, короче. Чуть ли уже не книга, а чуть ли не мультик. Чуть ли не вся она должна была быть заанимирована. Вот. А это очень сильно грузануло весь этот самый процесс, весь движок, и книжки, короче, перестали работать, перестали они вот это все это двигаться, чуть ли и грузиться перестали. И, короче говоря, он стал критиковать, и в итоге, ну, естественно, он получил весь негатив. И когда начались все эти самые вопросы, ему просто сказали, нахрен тебя держать, ну, в мягкой форме, типа там, ну, ты же не умеешь флеш, ну, все, до свидос. И он ушел. И я понял, что если я тоже буду что-то там критиковать чересчур сильно, так как я получаю больше всех, как бы я там ни рисовал замечательно, но меня могут попросить. И поэтому я сидел тихо в кустиках, получал свою зарплатку, вот, рисовал свои проектики. Вот. Раз готовился к увольнению, к сокращению, два к выводу на фриланс. Ну, это значит пол зарплаты.
раз меня предупредили, что ты можешь выйти, два меня предупредили, на третий раз, когда предупредили, ну, это просто было предупреждение, я просто решил, что о себе лучше не напоминать, потому что я старый воин, мудрый воин. Вот, я молчал и нигде никогда не гавкал, но просто на моих глазах вот эта вся херня сдохла. Вот из-за глупости молодежи, которые неправильно, то есть, ну, опять-таки, говорю, левое полушарие не думало о том, что сказала в начале. И в конце концов забыла, что оно делало. Вот. И к чему стремилось, и что в итоге вышло. Все эти современные модные ребята просто накрылись рулем, и вся эта херня хрякнула. Ничего не было. Весь этот был распущен, все были уволены. Вот, все это распалось. И еще потом там, ну, ребята, я же вас просил, там, по-братски, вот, и мы вам вовремя все выплачивали, давайте вы напишите сами заявление. Ну, ты думаешь там, а мы как только что, сразу же мы вот рассчитываем, что еще вернем. Ну, и ты, как и любой человек, думаешь, а вдруг и вправду они еще возродятся, еще это самое. Уж так было с ними хорошо. Ну, давайте, ладно, напишу. Я сейчас думаю, нахрен я писал, нужно было не писать. Потому что секретарша... Там жесткая такая была девчонка, нормальная такая компанейская, вот такая, вся всегда на делах, бумага, ручки, там расписание, кормежка, все по расписанию. Вот она не написала. А что это значит? Ну, это значит, что ей еще полгода платили зарплату на бирже труда. Вот, то есть она когда устраивалась, там искала себе работу, ей еще оплачивалось все это за счет фирмы. Вот. Я потом, когда пришел, сразу же думаю, можешь пойти на биржу труда, поискать что-нибудь такое, как бы, ну, заказы-то хоть и были, но уже такую губу разъела, думаю, вдруг где-то что-то объявилось, ну, а вдруг, ну, хрен знает, ну, зашел, а мне говорят, а вы это самое, я говорю, да, увольнялся, по собственному желанию, ну, да, нет, отцов Петрович, гуляйте, а, ну, я, спасибо, спасибо, люди, спасибо, друзья, вот и вся ваша свобода на фрилансе, ребят. Так что, понимаете, ну, вот все вот эти разговоры, то есть я к чему это опять свожу? Все эти разговоры про плюсы и минусы фриланса, это как все равно, что рассуждать плюсы и минусы автостопа, когда ты едешь на автостопе. Ну, едешь, машину тормознул, едешь справа от водителя и думаешь, плюсы и минусы. Ну, блин, тебе так получилось, тебе нужна была машина, у тебя нет своей машины, ты нет автобуса, и ты автостопом остановил автомобиль. Вот тебе плюсы и минусы. А потом ты просто вдруг едешь, думаешь, ну, есть же и плюсы. Водитель не пердит и не пристает ко мне. Ну, это плюсы. А вот сейчас я в другую машину, там напердит и будет разговаривать со мной очень долго. Это минусы. Ну, правильно же? Ну, такая же логика. Ну, нету, это обычная жизнь. Всю жизнь художник – это фрилансер. А если у вас где-то будет возможность устроиться на большую зарплату, ну или на хорошую, крепкую зарплату, белую, обеспеченную там, художникам в студию, рисовать какие-то там эти самые, ну вам все это будет оплачиваться, будет соцпакет, там, страховка и все это самое. Ребят, никакой фриланс это не пересилит. Никакой. Стабильность, понимаете, это стабильность. И когда рассказывают вам, что там... Зато свобода! Вы смотрите на этого человека. Что это за человек? Кто это? Что он о себе это самое? Когда он один думает только сам о себе, да, наверное, ему свобода важнее. Когда ты уже в возрасте, уже кости в сухожилии не так гнутся, как кажется, вы знаете о свободе. Бомжи тоже свободны. Вот такой момент я хотел бы заметить. Поэтому, нет. Вот и художники... Вот он поехал там на пленер на Донбай, понарисовал гор, приехал, у нас на Пушкинской выставился, вот, синий сидит рядом, ты подходишь там, а чья картина? Моя, я рисовал, я автор, за сколько возьмешь? Да не за сколько не возьму, блин, просто было интересно, кто автор. Вот и все, вот вам и фриланс, и всегда это был фриланс, так что... В общем, как говорится, всем вот этим поучающим, ребята, просеивайте через сито здравого смысла, задавайте правильные вопросы сами себе и поймите одной вещи. Нет такого, где принимают во фриланс. Во фриланс попадаешь, во фриланс не идут.
Ну, как-то вот так, понимаете, ну, я не знаю такого, чтобы там, а, наверное, буду-ка я фрилансером. Да, ты кем будешь, Саня? Я буду рисовать для диснеевской студии, с Диснеем буду работать, ну, еще с этим, с Warner Brothers. А я буду фрилансером. Буду ждать, когда они закажут мне большой заказ. А до этого я буду свободен. Свобода! Как это прекрасно! Охереть! Свобода, это главное. И еще по концовке хочу все-таки плюнуть в сторону Никиты Рожкова. Очень удивляет этот молодой, наивный человек. Вы знаете, у каждого, конечно, ну, я прекрасно его понимаю в том смысле, почему он записывает видео. У каждого, кто хоть пару там картинок продал, что-то сделал, научился, что-то нарисовал, рано или поздно, ну, испытал какие-то, значит, восторги коллег, он рано или поздно начинает чему-то учить. Ну, очень многие, это самое, художники, и я не избежал этой хрени, мне тоже всегда хочется что-то там поучить, порассказывать, вот. И поэтому, значит, рано или поздно появляется вот эта вот нотка и желание, значит, поучать, как это, значит, делается. Это вот, вы можете посмотреть много на YouTube такой хрени, когда молодая детвора, там, молодежь или там не молодежь, ну, неважно. Короче, занимаются поучательством. Вот учат, как рисовать то, как рисовать вот это, как сделать такую штуку. Ну, или рассказывают о своем труде, как многие, ну, в том числе сейчас и я. Или же вот поучат. Возьмем это то, это сюда, это туда, сделаем так, сделаем вот эдак. Так вот, но он уже дошел до того, что уже чуть ли там не какую-то школу свою открыл. А школа, ребята, я вам сразу скажу, для вас всегда должно быть, прямо понимаете, ну, таким маркером, что когда у человека есть время учить, у него мало чего рисовать. Когда ты работаешь, рисуешь и весь в заказах, в работах, тебе школы вести, ну, блин, ну некогда. Некогда этим заниматься. Тебе этим есть время заниматься, когда у тебя заказов не так много. И как только любой известный, хороший, классный художник, шикарный художник, мега классный, вдруг открывает какие-то классы, открывает какие-то школы, это значит, что у него или он решил прекратить с заказами сам. Ну, такое тоже бывает. Моменты такие, с такой самоизоляцией, схизмы. Вот. Или же это самое, то, что вернее всего. Просто-напросто заказы у него, ну, так, знаете, кончается, он переживает, что он будет делать. Баблишка не хватает. Или заказы есть, но они не так много, не так часто. И как бы с деньгами не так весело. Поэтому люди начинают открывать всякие школы, обучать рисовать эти самые иллюстрации, всему начинают учить, рассказывать, как во фрилансе, как у них, как у других, всю вот эту хрень. Вот, чтобы вы понимали. Это всегда сбитые летчики. И я, когда, если вдруг открою свою школу, начну сам, поймите, значит, все. Или надоело рисовать. Ну, такое тоже, кстати, может быть, в принципе. Но в моем-то случае надоело рисовать, честнее звучит, понимаете, будет звучать, чем когда человеку там 20 с небольшим, и вдруг что, ему уже надоело рисовать. Хе-хе-хе, конечно. Вот я сейчас прям поверил. Ну так вот, он открыл свою, значит, школу и вещает, записывает регулярно свои какие-то, значит, видео. Ну, это его право, его дело, его канал, никто ничего не говорит. Но этот человек, этот Никита, выкладывает свои видео, как, блин, упертый баран на иллюстраторс.ру. И самое прикольное, никогда не отвечает на комментарии. А люди ж там, ну, читают, что, например, там очень часто, ну, у нас там аудитория такая любопытная, на самом деле живая, подвижная и на самом деле прогрессивная. Любые все движняки, сразу это все опа-опа проверяется, на зуб пробуется, знаете, как собаки Динго подбегают и тут же давай облаивать или что-нибудь еще там. Это такое и есть. Но это жизнь, так и должно быть. Это живое сообщество. Там кому-то может не нравится, что оно, ой, грубое, фи, но это живое. Так вот, к
К нему поразбирали, говорили, слушай, парень, ты тут жизни учишь, но ты сам-то что знаешь? Ну, посмотрели там, где-то нашли его какие-то, а он там поучал, как это рисовать, как то делать, как это сначала. И вот в этом последнем видео он вдруг заявляет, а если вы с Illustrators.ru, то не тратьте свои силы на ваши комментарии, вы можете писать им что угодно, любые там злобствования, типа там, но я их не читаю. Если вы хотите написать мне типа комментарий, пишите его на YouTube или ВКонтакте. Дело в том, что он и на YouTube, и на ВКонтакте не отвечает на комментарии. Проверено. Ну, как вы думаете? Как вы думаете, кто писал ему везде? Я. Вот. Но у меня другой расклад. Если ты не читаешь комментарии, если они всегда однозначно негативные, нахрен ты постишь в этом сообществе, если тебя там недолюбливают, зачем ты им, ну, нам... Там оставляешь свои эти видосы, если они всегда вызывают негативные отзывы. Ну нахрена ты их это самое, здесь все равно как тупой постишь. Вот. Кстати, расскажу маленький прикол жизненный, такой совсем чуть-чуть. Недавно на днях иду по Пушкинской, и навстречу мне попадается кришнаид. Ну что-то они вдруг как-то опять объявились, их там человек 15-20, они ходят там своими песнями, что-то поют, там приплясывают. Вот. А то, значит, вот иногда время от времени появляется какой-нибудь там один с книжками. И вот он, значит, подошел ко мне и хотел мне продать книжку. Ну, не продать, а подарить. Они предлагают подарить. Как вы думаете, ответьте с трех раз, чем закончилась наша беседа? Я не буду вас томить. Кыштаид послал меня и убежал. Он сдался на втором раунде, блин. Когда я уже хотел его перекрестить в православие. Он просто сказал, да идите вы в баню, и убежал. Кришнаид, сука. Я говорю, стой, ты же сектант. Ты должен меня переубедить. Ты должен уметь спорить с оппонентами. Он, короче, сдулся моментально. Короче... Нет, Кришна, я еще хочу адвентистов поймать 7-го дня. Я их ловил в Архангельске, но они там от меня убегали. Вот такая тема, короче, у меня с этими моментами. Так что, короче, вот у меня такие получились за это время семейка. Это всего лишь это будет лабиринт. Так что это не особо-то и художественная штука. Обычная рутина, работа. Вот. Так что я хотел сказать. В общем, все эти вот эти про фриланс, не фриланс, как говорится, думайте своими головами, думайте своими мозгами, и на самом деле просто живите, работайте, не слушайте никого, не вникайте никуда, и не это самое, там, не рассуждайте как свободы. Вы думайте, зачем вам вообще это рисование нужно? Оно вам нужно, чтобы себя кормить, чтобы семью прокормить, или самовыражаться? Нужно самовыражаться, так вот отсюда идите. Но уже кормить семью так никогда вам никакой фриланс вам никакой свободы не дает. Вот. Он дает совершенно другое. Он дает постоянное подгорание жопы. Успею, не успею, заработаю, не заработаю. Постоянное переживание о клиентах будут, не будут. И еще что дает вам фриланс? Фриланс вам дает отсутствие выходных и отсутствие отпусков. То есть вы просто, когда уже семью задалбывает на все это, они говорят, слышь, ну поехали с нами. Или там, ты сильно занят? Уже семья тебя не спрашивает. Меня спрашивают, ты что делаешь на эти выходные? Ты занят? Вот так тебя семья спрашивает. И там, а когда можем в отпуск поехать? Скажи ты, от тебя отталкиваемся. Вот что такое фриланс. Фриланс это не тогда. Ой, ребята, в любое время. Хер. Извиняюсь за выражение. Большой и толстый. Опять-таки, извиняюсь за выражение. Вот. Не так. Это тогда, когда ты говоришь так, я сейчас дорисовываю книгу, потом сдаю вот эти вот подарки. Так. Ну вот, в принципе, вот в таком числе я заканчиваю, там у нас будет, я получу деньги, и мы можем поехать. Вот что такое фриланс. А не так, что, ты знаешь, дорогой, я записалась на август 15 числа, я получаю отпускные, и все, я готова. А фрилансер говорит, оу, я всегда свободен, поехали, ни хрена подобного. Фрилансер свободен тогда, когда получил деньги, когда сделал работу, а не всегда.
Поэтому ты как бы нет, но я не пугаю фрилансом, я не отталкиваю от фриланса. Фриланс такая же работа, как любая. Я просто объясняю, что во фрилансе нет никакой сладости, про которую многие говорят. Фриланс это просто другое состояние, другой способ работы. Но если ты хочешь работать и зарабатывать, это все равно работа. И даже больше работа, чем работа на фирме. С единственным бонусом. У тебя всегда сохраняется ощущение, что ты можешь заработать больше, если постараешься. И ты как бы вот пытаешься себя заставить это. Но это когда ты отвечаешь сам себе, почему ты заработал меньше, или хвалишь себя, почему заработал больше. Это совсем другое состояние, чем когда это делают на работе. Например, дают премию, ты думаешь, о, зашибись, но хотелось бы больше. Или там дают зарплату, ты говоришь, а почему столько мало, я дороже стою. Ну вот примерно так вот это все. Вот единственное, чем фриланс на самом деле, как он выглядит и что он на самом деле из себя представляет. А не то, что многие себе думают. Вот так, мои дорогие, все, всем пока, всем привет. Вот, отформатирую видео, выложу через несколько дней, чтобы оно было уже готово. Всем бай!